9:45:21. Я, как обычно, ребята, опаздываю в последнее время. То я опоздал на китайский Новый год, в последнюю минуту пришел и купил вот такую машину. Вот. То теперь я опоздал. Домашние животные оставляются в 9 часов. Через 9 часов, короче, они исчезнут. Вот эти вот. То вообще везде все опаздываю. А еще опаздываю не только я. Девочка, которая в прошлом розыгрыше победила, она опоздала. Давайте теперь все поподробнее. Вот, ребятки, Fly Ride Fury. Я в прошлый раз ее разыгрывал. Смотрите, как я ее разыграл. Я выписал вот эти все комментарии. Например, вот щелкаем. Вот. Я быстро проматываю, но вы на паузе можете посмотреть, какие, кто тут вот есть. Тут все есть, все. 59 человек, вот последний кто. Вероника Иванова, участвую по подочке и свой ник. Я запустил генератор случайных чисел, написал от 1 до 59 и запустил. Выиграл номер 44. Открываем его и смотрим. Roblox 100, по подочке, я все сделала, мой ник в Роблоксе Мариам Супер. Я перешел в сообщество к себе и объявил: поздравляю, побеждает и выигрывает Fly Ride Fury Мариам Супер. Было очень сложно, потому что комментарии были под разными видео, но я справился. Если вы хотите еще раз такие розыгрыши, то говорите, я обязательно проведу. И вот она победила. Я такой, надо ей отдать Fly Ride Fury. Ребят, я уже третий день пытаюсь ее найти. У меня открыт ее профиль. Оказалось, что это девочка Нубик, которая зарегистрировалась вообще только 5 февраля. И она сюда не заходит. То есть ее онлайн нету. То есть я ей не могу отдать питомца. Поэтому я принял решение. Сегодня я разыграю не одну Fly Ride Fury, а две! Две Fly Ride Fury! Ну, к розыгрышу чуть-чуть попозже. Пойду посмотрю, что здесь, а то вдруг закроют. Фурия, спрячься. Так, что у нас тут? Лягушечья икра, ух ты, икру можно купить, $600, посмотрим, что. Ребята, у меня теперь со мной икра ползает, смотрите. Вот там икринки, и в икринках потом родятся лягушки. Кстати, икра с глазками. Потом здесь шип, корабль, овца. Стоит 250 рубаксов, у меня пока рубаксов нету, лучше бы за доллары. За доллары бы я купил, даже, я бы даже за 100 тысяч купил, но нету. И фиш. Рыбка. О, рыбка прикольненькая, очень прикольная рыбка, мне нравится. Все, рыбка, уходи. Fly Ride Fury, ребята, розыгрыш. Что нужно сделать, чтобы ее получить? Здесь все очень просто. Вам нужно подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Только подписанные люди могут выиграть приз. Подпишись на канал. Второе. Нужно поставить лайк. Лайк под этим видео. Просто поставь лайк. И третье. Нужно написать комментарий. Но! YouTube на моем канале часто комментарии закрывает. Так, Фури, не поспи. Давайте посмотрим, как он закрывает комментарии. Вот, смотрите, например, под вот этим видео комментарии открыты. 32 комментария. А под этим видео комментарии закрыты. 0 комментариев. И что делать? Что делать? Как же написать комментарий? Без комментария розыгрыш не состоится. Все очень просто. Ребята, пишите комментарии под любым моим видео. Под любым, под которым можно писать комментарии. Например, вот видео с такими картинками. Вот смотрите, вот такая картинка. Комментарии открыты. Такая открыты. Такая картинка. Комментарии открыты. Такая картинка. Комментарии открыты. Вот под этими всеми видео можно написать комментарий. В комментарии отмечаете: решетка, папа дочки, я участвую и ваш ник, чтобы я вас мог найти, вот как эту девочку, и подарить вам фурию, и выиграют два человека, ребята, два человека. Я до субботы буду собирать комментарии, потом проведу также случайным образом, выберу двоих человек и напишу о вас в сообществе. Ой-ой-ой-ой, ребята, чуть не забыл сказать. Если вы пишете комментарий под видео, не забудьте его полностью посмотреть, иначе YouTube комментарий не засчитает. Он может отправить их на проверки.
вот в эту папочку может отправить, не в опубликованный, а вот в эту папку. В этой папке очень много спама, я там не смотрю, я там просто удаляю все. Поэтому видео нужно посмотреть обязательно до конца. И пишите всего один комментарий, потому что много комментариев он тоже может удалить. Нужно всего лишь один комментарий под одним видео писать и видео смотреть до конца. Ну все, я надеюсь, у тебя все получится и ты победишь. И кстати, если вдруг ты не победишь, все сделаешь. Ты подписан, и лайк поставил, и комментарий написал. И не победил, не переживай, мы еще будем производить розыгрыши. И ты можешь победить. Кстати, те, кто уже побеждал, не участвуют, только новенькие. Те, кто еще не побеждал, вот они участвуют. А те, кто побеждал, я их буду пропускать. Будут только те, кто не побеждал. Так что у тебя огромные шансы победить. Подписывайся на канал, ставь лайки и напиши комментарий. Фух, вроде все сказал. Розыгрыш сегодня пройдет. Пишите комментарии, а сегодня будет еще один ролик, так что не пропусти его. Видео, как мы с дочкой убегали от страшного малыша, у которого фломастер в носу торчит. Фу, противный малыш. Все, ребятки, всем пока. Участвуйте в розыгрыше, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.